Пропускны режим, своечасовый початок працовного дня и парадок на территории. Мобильная группа Гомельского гарвыканкама протягивает мониторных предприемств областного центра. Сегодня у рейд выехал и наш корреспондент Олег Сентюров. Звичайно, мобильная группа выезжает на предприятие, где фиксируются грубые порушения працовной дисциплины, где отбываются несчастные выпадки. Але на этот раз причина иншая. У акционерного товариства «Медпласт» проверяющие не были амаль 3 года. Змены, которые тут отбылись за минулый час, приемно уразили. На працу не спознился ни один работник «Медпласта». Хоть затое на предприятие они начали приходить неде за 40 хвилин до початку змены. К радости можно сказать, что да, вот на этот момент все люди приходят, пришли своевременно и заблаговременно работу, и объясняют это тем, что нужно им и переодеться, и подготовиться, и подготовить технику для того, чтобы своевременно приступить к работе. Ну, дальше посмотрим. Не на всех так предприятиях, чтобы люди приходили заблаговременно. Еще один становчий факт, який будет означен по выниках мониторингу. За маль 20 работников, яких проверили на алкотесте, алкоголю у крови не выявили ни у кого. Это увогуле добрая тенденция этого года. На всех предприятиях, которые наведала мобильная группа, у стане алкогольного опьянения не находился ни один работник. Непосредственно на медпласте ничего незвичайного в этом не бачить. Дисциплина тут контролируется как отказными особами, так и с помощью техничных средств. На территории акционерного товариства «Медпласт» установлено 16 видеокамер, что добробачно на это мониторы. А прича того, с допомогой системы видеоназирания ожитивляется контроль за ситуацией на працовных местах. Порушить дисциплину можно, але об этом одразу станет ведомо керавництву. Мониторинг «Медпласта» протягивается на территории предприятия. Основная колькость зауваг тычется деятельности арендаторов. Не то, как они зусим не заховывали парадок, але и идеальными места для отхода у их вытворчести назвать можно не завсёды. С великом специфики акционерного товариства проконтролировать ситуацию на всех працовных местах немогчимо. Это некое предприятие починалось, как артель по ремонту примусу, велосипедов и годинников. Сегодня это сучасная вытворчесть по выпуску медицинского обсталевания, а тому на некоторых участках действуют строгие санитарные обмежевания. Але и убаченного хапая, как сделать вывод, не глядя на некоторые зауваги, ситуация на медпласте тревоги не выкликая. У речи, когда на предприятии неодредная зарплата и жесткий контроль за дисциплиной, порушать працовное законодательство никто не ожидает. Могут увольнять у нас за прогулы, за нарушение трудовой дисциплины, за недобросовестное выполнение своих служебных обязанностей. Но на сегодняшний момент как таковых случаев не было на заводе. Люди как бы добросовестно выполняют свои служебные обязанности и держатся свои рабочие места. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель».